Друзья, вот что брешут пропагандоны. Действительно, то, что Украина активно использует беспилотники, явилось результатом подготовки армии ВСУ иностранными специалистами, прежде всего Соединенными Штатами Америки. Ведь тактика применения беспилотника в качестве корректировщика огня или в качестве ударного средства, когда он на голову неподозревающих защитников может сбросить какой-то боеприпас, была широко распространена во время войны в Сирии. Оказывается, что некоторые из позывных вот этих американских советников – это Резван и Казбек. Посмотрите, пожалуйста, коротенький отрывок из видео про этих людей, как они помогали нам с беспилотником. Нравится в своей крови. И грузом 200 отправляют партии гробы. Народов малых и больших на свете нет. А если любовь к свободе и родной земле, на смертный бой неравный гордый встал народ. За родину, за веру, за свободу